Или Заликерия на Обь. Она впервые, говорит, я ее видела. Сибирская большая река. Вот мы пришли домой. Открывай. Баба Надя тут. Давай. Ну зачем уже выключил-то, Володя? Выключил-то зачем? Ну, заходим же. Да ничего не надо, что делать. Заходим. Ой, как холодно. Баба Надя. Баба. Баба. Баб. Включи там свет. Мы были на... Мы пришли. Включай везде свет. Были где? На мосту на Оби. В дребезге ноги маленьких промочил. Вот теперь еще рассказать. Оттуда в музей зашли к бабе Марине. Да ребятенок мой миленький, ты это что такое? Ты не замерз? Ой-ой-ой. Давай, на одну ноги посмотри, проверь сразу, подожди. Она того, а я-то на спорте. Да ты что? Ничего, сухо? Да какое сухо, вся мокрая. Ну, того стоит. Температура-то положительная сегодня, хоть и сыро-то, а в мороз не пойдешь. А в субботу 0, а в воскресенье 21 минус. Ой, ну, наконец, как скачок какой будет. Ой, ну давай ее, разболокай. Ой. Да, раздевай. Она с тобой тут чебарничать будет. Готовить ну, пищу, греметь посудой. Хоть, я даже думала во дворе побегать и кофту не надела мне. Ты здесь представь, где мы были. Я ее защиту накачал сначала, потом пошли. И вот по новой, я говорю, ты была, вот видела? Она говорит, нет. Я говорю, большая сибирская река, мы сейчас пойдем. Ну, на то я за одну руку, то за другую. Ну-ка, проверь, что у нее. Ой, ой, мокрущая. Ой, ну, ничего, что мокрущая-то? Ниже коленок чуть-чуть только, маленько. Да ты посмотри-ка, что она вся мокрая. Да. Она видела, как Обь течет, как снег течет по Оби. Расспроси ее. Мы все храмы смотрели. Да, все засняли, и везде я ее снимал. Брат, мы ее на предтече видели, Знаменской. Ты понятно, она все знает. Она с браткой ходит по храмам, все уже знает. Вот бабе дали работу. Ой, ой, ой. Сейчас я буду валенки неделю сушить, наверное. У меня вода хлюпает там. В валенках, а везде вода. И мои не забудь посушить. Ну, ты довольна? Да. Да. Ну ладно, ладно, ты будешь здесь. Она дорога что-то хочет рассказывать. Игнатий, Игнатий. Я говорю, давай идем скорее. Нам туда добраться было. А машины идут, от них летит там на мосту-то. Ой. И она отдельно стояла. Но главное, беда, скажу, держись тут, чтобы вплотную-то не подходить парапету, чтобы в обь-то не упасть. Никаких, отрывается, бежит. У нее дисциплина слаба. И везде. Только пока я разворачиваюсь с аппаратом, она уже вокруг уже. Или в отвал идет туда, падать будет туда. Или на дорогу к машинам. Ее из рук никак нельзя выпускать. Маленькую веревочку надо на кисть и с ней пойти по гостям. Ой, ты посмотри, ребенок. Игнатий, ты что делаешь? Ну куда ребенка повел-то? Все, что делать? Так мы же пришли, мы шли. У нее кровь-то здесь, знаешь, как молодая играет. Она простыть никак не может, потому что мы шли быстрым шагом, а температура пошли плюсовая. Снимать платье мокрое и там ложись. Ну что, баба, передала тебе ее, все? Отлично. Ой, ну в таком состоянии. Знаете, маленько, что ты приводишь ее сюда? А это ее любезный, я не знаю, кто дед твоюродный, как он о ней заботится, это вообще даже высказать нельзя. Владимир Иванович. Спаси тебя, Господи. Девчонка-то очень толковая, только бы ее сохранить. Ой-ой-ой. Вот так. Ого-го. Так, ну, я сегодня и говорю Надежде Васильевне-то. А она что-то по-своему. Я говорю, а, это говорит, пойдем гулять. Я говорю, с двух часов. Она говорит, пойдем. Я говорю, я тут не хозяин. Я Надежда Васильевна хозяйка. Она ей говорит, не хозяйка, а в прошлый раз говорил, он хозяин. Это вообще когда-то сказал. Ну и ну. Ты проверь игрушки-то. Баба Надя, ты никуда не делала там твои игрушки-то? 6 этажей. Да куда она могла? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, все, я пошел. Пропускайте меня. С Богом.